Ой, всем привет-привет! Уронила вилочку. Так, друзья мои, что хочу сейчас вам рассказать. Очень-очень приятно. Во-первых, хочу в качестве благодарности поблагодарить караван. Это у нас есть на Саданжах, в городе Инчон. Такой узбекский ресторанчик, который называется «Караван». Наверняка его все знают, да? И было, конечно, очень приятно, что угостили сегодня меня, они, девочки, вот таким классным салатиком, да? Как говорят, что я люблю цезарь с креветками, вот они мне угостили вот таким цезарем с креветочками. А мы попробуем, да? Потому что хочу огромно сказать Гули, Матлюби, за салатик. А я буду снимать, как всегда, мукбанг. Ни разу не ела их ни салат, не была у них. Честное слово, да? Почему-то не была. Но хочу сказать, у них очень интересный цезарь с креветками, потому что здесь обалденный сыр, первое. Порция, так и скажу, очень даже не маленькая. Ну что, пробуем? Без огурчиков я никуда. Так, что мы здесь имеем? Как всегда, звонки. Ну и продолжаем. Ну, могу вам сказать, друзья мои, советую, рекомендую для тех, кто в жаркую такую погоду хочет, как бы, да, поесть легко и не так уж, чтобы было жирно, да, и насыщенно. Пожалуйста, салат очень-очень вкусный, насыщенный. Я думаю, его как блюдо можно спокойно наесться одним таким ихним салатом, потому что он у них мощный. Правда. Здесь сама заправочка вкусная, и очень много сыра, очень много креветок. Кстати, о птичках, очень много креветок. Прям вообще много. Девчонки, огромное вам спасибо. Караван, вы молодцы. Кухня у вас, конечно, хорошая. Вкусненько. Тут еще на меня летает. Всем приятного аппетита, кто сейчас ест, кто не ест. И, как всегда, огромное-огромное спасибо, что всегда смотрите меня. Что всегда едите со мной. Огромное-огромное вам спасибо.